Что, играть надо с вами? Надо с вами играть? Давайте я вам покидаю мячики. Ну? Скажи, мы тут еще и ободрать что-нибудь можем, да? Саночки у нас такие. Ну да, новогодние, уже новогодние. Потихоньку собирается и убирается. Хотя кому? Кому большой самый? Кому самый большой? Кому? Пошел. Буси странно нет. Вот эти грызики надо грызть. А вы грызете все, кроме грызиков. Понес сразу же богатство. Надо, не надо, снесу. Ты да колесий ты принес. Донечка пришла проверить. Так. Оп. Эти, господи, тезя побежали. Так. А давай тебе маленький. Кому маленький? Лялечка, тебе надо. Тебе прям в ротик надо положить. Да, Лялечка не любит бегать за мячиками. Она любит с ними ходить. Так, кому маленький? Кому маленький мячик? Кому маленький? Так, вот. Все, сейчас. О, побежали катать. Так. Бусь, я думала тебе кинуть, а ты и так его унес. Так, а вот это должен быть с этяжкой. Так, шейхунь, чтобы на тебя не попасть. Да, пошел светиться. Побежал. Так, маленький. Ляля, может, тебе большой? Лялищ, большой тебе дать? Тяжеленький он. Ой, Соболь, нет, он тебе не по зубам. Хотел сказать, не по зубам, он его в пасть схватил. Да какой мощный парень. Обалдеть. Буся, нельзя охранять свои мечи. Ругаться на маленьких, в смысле, нельзя. Да, нельзя. На таких маленьких девчонок и мальчишек. Феечке там маленький декорчик понравился, да? А феечка сейчас будет в кровать таскать, да? Милуся такой глупости не занимается. Атянь. На, малышка. Ой, какие маленькие грызики. Смотри. Ать. Скажи, и за каким бежать теперь? За каким теперь бежать? Их тут много. Фейка их любит себе стаскивать все. Потом зато легко мячики находить. Феюшка натаскает себе и довольная. Да, малышка? Так, ну что? Все мячики разобраны. Теперь заботы собирать, да? А, все, пошли все беситься, веселиться, да? Бисики такие маленькие, холёсие. Ой, все. Шейхунька даже сегодня разбесился такой. Что, кинуть тебе? Или ты просто мне хвастаешься, что ты мячик добыл? Ты хвастушкин маленький? Ну все, затейники затеялись. На полчасика их хватит так. Оп, фиг. Все, понесла девчонка, сейчас будет собирать. Мой тапок вкуснее, кажется. А это со мной говорит, давай, мамка, с тобой играть. С тобой веселее, да? Вот такие у нас игрищи ежедневные. А потом собирать, зарядка. Ну, всем хорошего дня и прекрасного настроения.